Такс, обновленный обзор на Ебеньград, наконец-то. Что значит никто не ждал, слышите, блять? Ну-ка, смотрите. Если вы вдруг забыли, то это знаменитое продвинутое ММО, выделяющееся своим нелинейным сюжетом и нестандартными заданиями, где можно стать наемником, заводить свою фракцию и возглавлять город, создавая какую-то там сверхдержаву в Аризоне. Ну что ж, пришло время проверить, так ли это на самом деле, потому что я все же обновил железо с последнего раза, ведь, судя по отзывам, большинство видеообзоров на Ютубе не актуальны, в игре многое поменялось в лучшую сторону. Ну что ж, данное видео я снимаю аж на 2 месяца позже, чем написан вот этот обзор в декабре, соответственно, на 8 месяцев позже, чем мой прошлый обзор на Ебеньград. Ну, если уж в тот раз я все в фотошопе подрисовал, все лаги, там эти тени, не прогрузившиеся текстуры, то теперь я просто не смогу этого сделать, поэтому... Но справедливости ради должен заметить, что игру действительно до сих пор обновляют, смотрите, вот от 30 ноября, патч от 28, то есть, ну, тут даже не приебаться. В восторге от этой игры не только я, еще и комментаторы, смотрите, трэш, сердечки, иноня, ну, то есть, всем все понравилось. Чё там было? Какой логотип? Я что-то не успел разглядеть, погодите-ка. Недвижок Unity ли разработчики решили от нас утаить в этой заставочке, которая так быстренько, оп, как бы так, ой, ну она случайно быстро так проходит. Там вообще-то как бы логотип студии еще есть, а его так быстро пропускают. И, ну я как бы растяну этот момент подольше. Я хочу, чтобы вы знали героев в лицо. Студия Huckleberry Games, что такое Huckleberry, блять, тут русского языка нету. В игре, что нам делать? Несите словарь. А, так она у нас за 8 месяцев еще из альфы не вышла. Ну понятно, блять, помните тот этот самый баннер из первого видоса, который оповещал о том, что тут какую-то медальку дадут за то, что типа в альфа-тесте участвовал. Клеймо позора, о котором, блять, твои дети узнают, фамилию отчество сменят, так что лучше это не афишировать особо. Так, ладно. Ну, если мне не изменяет памятник, то стало больше серваков и изменился задний фон в главном меню. Но от того, что больше серваков стало, я не думаю, что больше народу стало играть. Тут же даже ни пинг не показывается, ни количество, блять, плееров. Вон, все по нулям. Где данные, где статистика, с чем нам сравнивать? В прошлый раз я нашел одного человека там или двух. Сколько будет на сей раз, а? А? О, этот знакомый до боли редактор персонажей. И за 8 месяцев они реально не добавили женщин? Серьезно, блядь, сколько еще ждать-то этой ебучей сосисочной вечеринки в этой блядской игре, нахуй? Появление прекрасного пола. Почему только мужчин тут уродовать можно? А женщин? Greetings. Хуль ты ебало такое скорчил улыбочку? Тебе весело, мне нет, гритингс, уебок. Hot-talk! Этот дебил еще и поет. Что? Где? Как? Зачем? Откуда? Почему? Заберите меня нахуй отсюда! Ну, как и в прошлый раз, создаем самого высокого, самого жирного персонажа. И идем таки бить админу ебало за то, что он все это сделал и не добавил женский пол. Я бы, конечно, не стал качать права в нашем ебеньградском толерантном обществе, но, блять, из-за сексиста на разработчике единственные 3 женщины, мама, тетя и бабушка, которые меня смотрят, отпишутся от канала, и у меня также не будет ни одной женщины, как в этой игре. Что за хуйня? О, генштаб с умпа-лумпами, интересно, они также снизу вверх до сих пор смотрят? Да. Ёбаная дылда вернулась, откуда ты такая? Ну, я правитель Ебеньграда, понимаете, но почему-то, сука, у меня в подчинении одни сраные гномы. Так, надо со старшего спрашивать, короче, капитан, как его там, Джон Гаррисон, здравия желаю, шучу, чтоб ты нахуй сдох. В общем, доложите, почему на корабле одни карлики, и вы их чё, блядь, среди азиатов, что ли, нанимаете? Я нихуя недоволен, где все женщины, где высокие люди? Где нормальные квесты, где игроки, блядь, в этой игре? Я что, опять, что ли, буду один-одинёшенек бегать? Там вообще-то напис... О-о-о! Нихуя себе, какие богатства, смотрите, кто-то развесил везде эти венки похоронные. Ну, мне нравится, в любом случае. Там же написано в магазине с игрой, что, типа, в одиночку в этом мире не выжить. Так а чё мне делать, застрелиться, бля, вы хоть пистолет дали? Хочу смертельную инъекцию, усыпите меня нахуй. Но, судя по всему, квадратную медсестру Харука они до сих пор не реворкнули, хотя... О, сосочки теперь видно. Чё за форма, блядь, я не понял. Что за разврат на корабле? Всех нахуй под трибунал.
Блять, как же я зол из-за упадка нравственности в нашем бункере Ебеньграда. Я сейчас, блять, ничто просто не обра... Ой, смотрите, какой кроха! Охранник в кафетерии! Ути, кто такой злой? Бровки насупил, губки всех побью... Ладно, я подобрел. Немножко. Так, повариха, которая варит суп из солдат на месте. Слушайте, прям... Ну вот опять. Не, второй раз это не прокатит. Что ты здесь делаешь? Ищешь немного удовольствия, сладенький. Блять, всех расстрелять! Как она вообще сюда попала из этого... Из госпиталя? Генштаб, сука, карликов и разврата. Нужно побыстрее из этого бункера уходить. Ну хотя она меня подловила. Подловила, не буду скрывать, люблю я заходить в игры на Unity, ну там, включать бандикам и записывать видосы, выкладывать на YouTube, обмазываться лайками, господи, блять, как же это омерзительно. Но таков я, и вам придется принять меня таким, какое есть. Там кто-то писал, типа, что большинство обзоров на YouTube не актуальны, да нет никаких обзоров, блять. Это я, один-единственный мой видос висит на YouTube, потому что никто на земле больше сюда не зайдет никогда. Опа-на, сержант Мартин. Здорово. Открывайте ворота, сержант. О, благодарю, честь имею. Шучу, жену твою имею. Опа-на. Опа, перекат. Опа, не догонишь. Перекаты. Так, open the gate. Ну что ж, 8 месяцев назад на поверхности мы наблюдали примерно вот такую картину. Я сюда видос вставлю, свой прошлый по Ебеньграду. Посмотрим, завезли ли в игру оптимизацию, были ли пофикшены лаги, убраны всякие баги и так далее. Ну, конечно... О, даже человек живой, ничего себе. Он, правда, немного волнуется, мне кажется, он опустил взгляд и немного трясется. Вот так вот. Ну, может, это какое-то местное приветствие, не знаю. Может, он как-то это заболел, пока загрузку ожидал. О! О, он проснулся! Он проснулся пред ликом короля, блядь, Ебеньграда. Все спокойнее. Спокойнее. Ты единственный человек, который выжил. Никто в это говно, кроме нас, не играет. Я только что протестил, тут можно все выставить на максимум. Ни единого лага нет. То есть, вот это максимальные настройки в игре. Просто каждый ползунок. Там еще в окошке перед началом игры можно выставить все было на фантастик графику. То есть это максималки. Вы скажете, браво, браво, первый раз в жизни разработчик не пиздун, а занимался действительно полгода продуктивной деятельностью и убрал все тормоза. Так ли это на самом деле? Нихуя это не так! Я вот этими вот, блять, руками сам взял и пофиксил ебаные фризы, знаете как? ПК новый купил, и, сука, все лаги действительно убрались, потому что для оптимальной игры нужно 16 гигабайт оперативной памяти. 16, нахуй! О чем они думали, сука, когда эту игру делали? Я надолго здесь не задержусь, приятель, ну вот. Я ему ответил грустным смайликом: единственный человек, кто зашел сюда под гнетом времени, под всеми вот этими вот фиксами багов и лагов, и тот, блядь, бежит нахуй, как от огня. Ну, я, конечно, тут еще побегаю туда-обратно, а так... Ну, я вернусь потом к отзывам, там они такие прекрасные. Я их не стал читать в прошлый раз, подумал, ну ладно, типа, нам написали и написали на сей раз, сука, я в конце парочку зачитаю, вы охуеете. Он танцует. Не, это вроде как бандит, он типа атаковать должен, но он, к сожалению, застрял и танцует. Но это опять ёбаный Хэппи Вульф со своим говёным компом, все испортил, подрисовывает хуёвые текстурки, специально освоил Unity для того, чтобы сделать 3D уровень, который я выдаю за эту игру. Но на самом деле, естественно, враги в Ебеньграде не могут застревать в, блять, вот в этих стенах. Там еще двое сзади застряли, блять. Опять, сука, проплаченный обзор. Ну, как обычно, понимаете, я просто порочу честь разработчика, выискиваю баги. Вот реально бегал сейчас час, 3 часа в этой игре бегал, искал вот этот вот баг. Не на первую попавшуюся локацию перешел, и тут такая хуйня происходит. Это я специально, понимаете, показываю вам негативные стороны этой игры. Можете мне писать в комментах: отписка, отписка, продался, порочишь честь прекрасного ебеньградского разработчика, смотри, какую он игру сделал, смотри, какое он нам слово подарил, Ебеньград, а ты все недоволен, ай-яй-яй. Еще и упал, умер, как мешок с говном, отписка. Куда все делись из генштаба?
Блин, все в натуре ушли, все отписались, я остался один. Как же так, ребята? Карлики, куда вы делись? Вернитесь! Я не могу без вас, мое сердечко, ах! Я умираю. Твою мать, они ёбаный уровень прогрузился. Я уж хотел выходить отсюда, а они появились все внезапно. Ладно, еще чуть-чуть поиграю. Ой, это тот чувак из столовой, он, оказывается, умеет раздваиваться. Это, по-моему, какой-то баг, который только на Unity работает, что типа моделька начинает на два делиться. Такое было в том сурвайвале на необитаемом острове, который вам недавно показывал. Посмотрите эти чудеса, блядь, генной инженерии. Или это подземные люди какие-то? Кто такой злой? Или это, знаете, это какой-то злой гений, который, короче, вынашивает план по уничтожению Ебеньграда. Блин, я заблудился чё-то походу. О, ну-ка, карта тут есть? А ну, конечно, она тут есть. Блять, опять я в пейнте подрисовал белый квадрат, скажут. Конечно, нахуй. Вы ж не поверите, что тут реально белый квадрат. А, кстати, на этой локации, смотрите, у меня на ней в прошлый раз игра вылетела. На этой локации есть что-то типа захваченных территорий. Смотрите, тут типа базы какие-то. Вот распределены 4 штуки. Типа кланы какие-то захватили. Вот может быть это и есть то хваленое строительство, о котором так много написано на странице магазина в Стиме. Там же, помните, сверхдержаву можно построить, воевать кланами. Давайте проверим, что это. Ну, как бы вам так сказать, конечно, летающие доски — это вам не замок? Ну да, да, так, уютненько, согласен. Неплохо. Вон еще какое-то коробкообразное строение на другом конце карты, ну... Блять, я не знаю, в этом моменте уже можно на самом деле заканчивать и подводить какие-то итоги проделанной работы, да, за 8 месяцев, потому что это, конечно, не дело. Какие-то непонятные, орущие, рычащие бандиты, которые тебя даже догнать не могут, по сути. Они вот зависают и все. Конченые квесты, абсолютно, блять, неинтересные, непонятно. Какой смысл их делать, когда у тебя все локации так доступны? Типа прокачка? Ради чего? Ну вот ради чего тут качать? Тут все ушли, понимаете? Я один остался, и тот чувак, который говорил, что надолго тут не задержится. Это ж кошмар, бля. Даже веткам с какого-то хуя весело, смотрите, они сидят на деревьях и танцуют. Вот здесь на горе несколько деревьев, на которых танцуют ветки. Посмотрите, они танцуют на верхушках деревьев, они танцуют у подножья горы. Они везде, блядь, танцуют. Ветки! Сука! Или мне кажется уже, я не знаю. Вот эти квесты бесполезные, они ничего тебе не дают, они дают прокачку. И нахуя тебе прокачиваться, если тут никого нет? Ты один-одинешенек. Ты можешь в любую локацию и так зайти. Я ведь специально в голове держал мысль, что когда-нибудь я комп-то обновлю, я вернусь в эту игру, я сделаю перетест и покажу вам, что изменилось. Я в душе-то где-то понимал, что ничего не изменится, но... Блин, ну не настолько же. Хотя что-то, да, изменилось. Народу в игре действительно больше нет. В общем, ладно. Фиг с ней. Оставим это на совести тех, кто это сделал. Когда-нибудь Ебеньград расцветет. Ну только, я не знаю, в моих фантазиях, бля, ну явно не здесь. И явно не сейчас. Счастья вам. О, я обещал отзывы. Ну, негативные мы смотреть не будем, там, естественно, эти проплаченные обзоры, да, вот этих завистников, которые написали, вот видите, что игра плохая, там что-то оптимизация. Правда, непонятно почему, когда жаловались на оптимизацию, ставили положительные отзывы, но вот я нашел... Самый такой колоритный, самый аргументированный и убеждающий всех, что проблемы-то в игре, они решатся. Скажу всем школьникам и тем, кто никогда не играл в MMORPG. В любой MMO на старте лаги, так как много людей на стартовой локации сервера не выдерживают. Особенно если разработчики не ждали такого наплыва. Вспомните Рустарт, Ла 2, Аркейджи и других подобных игр. Почитайте в интернете, что происходит на старте таких игр. 10 FPS. Но все становится норм, когда все разбредаются дальше по локам. У вас лагает? Не нужно писать отрицательные отзывы и показывать свою некомпетентность. Пойдите поспите, попейте пиво, и зайдите в 5 утра или завтра, и все будет норм. Неважно, какой у вас комп и на каких ультрах у вас идет Ведьмак 3, дело в серверах. Поэтому всем добра, и ждите, пока народ рассосется. Ну,
чем-то он, конечно, прав, народ действительно рассосался за 8 месяцев примерно до уровня нуля, блять, и лаги действительно убрались, правда, покупкой нового ПК, но убрались же, да? Мне, знаете, этот обзор напомнил вот тот ролик Гоблина про малолетних дебилов, которые ничего не понимают, только здесь не малолетние дебилы, а школьники. Да, Дмитрий Юрьевич? Заткнись, пидор. Ну ладно.